Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю: Миш, мне похуй. Я так чувствую. Мы любим вот такие формы, форматы. О, ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Ну... Блять, я заплакал. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? It's okay. Я вырос в туалете в системе очко. Я увидел унитаз впервые в армии, когда меня в погранвойска забрали. Так, блядь, а как смывать? Вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Конечно, печально. Это печально. Типа, выродок-то откуда-то такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Болтовня. Хватит эту болтовню слушать. Говно этот Советский Союз. Америка. Это крутая страна. Ну, это, конечно, была паленка, это теперь понятно. Мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. А если на наш папа секунд, блядь, язык в жопу засунул. Да, мне было страшно, но я это сделал. Они, безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Но если принять это за, ну, так сказать, за правду, то это страшная штука. Люди предпочитают 1000 километров пешком идти, чем 38 там на машине доехать, да? Но я ссыкло. Или я не ссыкло? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все. Великая компания. Супер гуд. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю. Ну так, не глубинно, но осуждаю. Он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди нахуй. Ты... Он все равно же нездоров, вот объективно. Он же нездоров. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.